Здравствуйте, девочки и мальчики! И сегодня урок рисования. Я предлагаю вам поиграть. Ура! Поиграть! А во что мы будем играть? Так, а кто вам разрешил сесть вместе опять? Вы же целый урок будете у меня болтать. Не будем. Вы сказали поиграть. Во что мы будем играть? А играть мы будем в челлендж Лол 3 маркера. Сейчас я раздам вам вот такие Лол раскраски. Держи цветочек тебе. Тачдаун. Карт. Санни. А мальчиков нельзя рисовать? Ой, мальчиков? Я как-то про них совсем забыла и распечатала только куколок Лол девочек. Так что давай. И Панки. А как же играть? Мы просто будем раскрашивать? Нет. Сейчас каждый по одному подходит ко мне, будет вот эту масочку одевать и закрытыми глазами 3 маркера себе выбирать. И раскрашивать вы будете только теми цветами, которые вы выбрали закрытыми глазами. О, круто, а можно я первый пойду выбирать? Пока там еще много маркеров и есть чего выбрать. Так, только не подглядывать. Да я не подглядываю. Я возьму вот этот и вот этот. Видно, я выбрал. Можно маску снимать? Да, 2 зеленых и желтый. И как этим можно раскрашивать? Ха-ха, так в этом и смысл игры. А у кого красивее получится, тому 5. Ой, как бы мне все 3 разные навыбирать, а? Этот, вот этот и вот этот. Можно глаза открывать? Ура, зеленый, красный и желтый. Я побежала рисовать. Интересно, можно незаметно из рюкзака еще пару цветов достать, а? Ага, нельзя. Кто нарисует не своим цветом, того из соревнования конкурса челленджа буду исключать. Так, вот он синенький. Его мне и нужно выбрать. Это мой любимый цвет. О, Панки, а ну не подглядывать. Придется все тут перемешать. Хитренькие какие, а? Нужно честно играть. Ну вот, придется вслепую выбирать. Вот этот и вот тот. О, круто, синий. Я знал, что мне повезет. Да, выбора остается все меньше и меньше. Как таким минимальным количеством цветов можно раскрасить красиво куколку Лол? Мне вот этот и тот. Ух ты, тачдаун! У нас одинаковые цвета попались. Ой, точно! Только я вот сижу и думаю, что каким цветом раскрашивать? Моя очередь. Ой, Эдна, а здесь только 3 маркера осталось. Ой, и правда. Ну, цветочек тогда глаза не закрывай. Смысла нет выбирать. Бери эти и беги раскрашивать. Итак, все готовы? На старт! Внимание, марш! Начинайте раскрашивать. Красным можно шортики нарисовать. А желтым волосы раскрасить. А зеленая будет кофточка и сапожки. Ух ты! Какая прикольная кукла получилась. Эдна, я все, я уже раскрасила. Молодец, цветочек, как же быстро. Ждем остальных. Так, у меня есть только синий и красный. Синие будут глазки. Так, нечаянно выехал. Ну ладно, синим будет все. Тогда синим будет все лицо. Да и все. Хотя губы же нужно красным раскрасить. Чуть не забыл и синим не закрасил. Во. Ой, какая красавица. Еще красным будут волосы. Эта кукла мне уже нравится. О, смотрите, ребята, вам тоже нравится? Эдна, я все, я сумел вторым справиться. О, Панки, это ж не кукла Лол, это какой-то смурфик Лол. Синий кукла, где-то такое видел только. Саня, а что мне было делать? У меня всего 2 цвета, 3 маркера и 2 цвета. Кстати, ха-ха, я сейчас над тобой посмеюсь. У тебя тоже только зеленый и желтый. Ну давай посмотрим, что ты придумаешь. У меня хоть смурфик, а у тебя вообще жаба зеленая получится. Никакая не жаба. Я ж не буду ей лицо раскрашивать зеленым. Зеленым будет бантик. И костюмчик. Ну что, Панки, смотри, какая у меня красавица. Эдна, я тоже все, я успел справиться. Желтым раскрашу волосы кукле. Ой, и я тоже. Харт, не повторяй за мной. Да я не повторяю. Волосы же желтые, не зеленые. Зеленым юбочку. Ой, и я юбочку зеленым. Харт, да что тачдаун? А то, что у нас получатся одинаковые куколки. Ничего не одинаковые. У меня будет красный бант.
Ну вот видишь, а у меня красная шляпка. Угу, я знаю. Так, осталось минуточек 5. Кто все сделал, всех поздравляю. А кто не успеет, тому 2 поставлю. Ой, ну вот, я поторопилась и везде навыезжала. 5, 4, 3, 2, 1. Положили маркеры на парты и сдаем свои картинки. Ой, Панки, ты что? Зачем ты куколку-то синюю сделал? Так, ой, тут красавица какая. И тут ничего. Ой, ребята, мне все ваши работы нравятся. Я даже не знаю, какие оценки вам поставить. Ребята, наши друзья, определите, пожалуйста, кому какую оценку поставить, а то запуталась я. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кому какую оценку вы бы поставили, а я уж там разберусь, ладно? Вот за эту, конечно, я бы 2 поставила, но не знаю, как вам эта кукла нравится? Оцените ее, пожалуйста, в комментариях и все остальные. Потом ваши оценки поставлю им всем в журнал я. Ребята, поставьте мне 5, пожалуйста. Я очень люблю раскрашивать. А вы, ребята, любите рисовать или раскрашивать? Напишите, пожалуйста, в комментарии, нам очень интересно. Видно, не надо мне 2 ставить. Я старался, у меня цвета такие совпали. И это вообще, это вам 2. Мне 2, это почему же это? А вы это, вон, кукол своих не раскрасили, они у вас на доске не раскрашенные висят. Мои? Ну-ка, это же для примера раскраска, ты что, Панки? Как это можно учителю 2 выставлять? Не-не-не, Эдна, так нечестно. Мы все должны были играть. Да, ребята? Ну, поддержите меня. Давайте, вы тоже закрывайте глаза и 3 маркера выбирайте. И вот ваша картинка, ее и раскрашивайте. А мы потом посмотрим, какую оценку вам поставить. Ой, ну, ребята, я не знаю, что и мне, что ли, играть? Эдна, да, давайте играть, Эдна! Ой, ну ладно, ладно, уговорили. Маска мне не подойдет, слишком мала. Отвернусь и буду выбирать. Ну что, друзья, девочки и мальчики, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Ой, это что ж я тут навыбирала-то? Зеленый, зеленый и зеленый? Это ж как это мне раскрашивать? Ну вот, смотрите, ребята, только так. Давайте, оценивайте. Что вы мне поставите, а?